Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем, наверное, все деньги, что у нас тут есть. Сразу же какое-то задание выполнили. Ага. Собрать монетки, собрать еды. Отлично. Примите участие в PvP-сражениях. Откройте набор карточек, покормите. Так, ну что, это все одно и то же, ребята, да? Погладить животных. И тогда мы с тобой получим вот этот пак. Откройте наборы. Сейчас все сделаем. Так, у нас тут кто-то... Ага. Созрел все-таки, да? Гуаньлун. Поместить. Естественно, ребят, помещаем. Наверное, сразу же его и покормим. И погладим. И все, что нужно, сделаем. Погладить животных. Ну, давай, иди сюда. Погладим тебя. Так уж и быть. Вначале покормим. Потом ускорим бесплатно, да? Давай-давай, твою ж налево. Чуть-чуть не хватило, давай 40 ДНК потратим. В плане произошла ошибка. Вот, давай-давай-давай, отлично. Эволюция завершена. Гуаньлун немножко у нас прокачался. Совсем капельку. Так, у нас эволюция. Это само собой разумеющееся. И к тому же нам нужно его погладить. На тебе, погладили, все, довольный. Так, здесь тоже нужно, ребят, покормить. Все. Пошел хавать, побежал просто. Довольный, радостный. Так, а мы награды с тобой забираем. 11 уровень, еще, я смотрю, не скоро у нас, да? Так, откройте набор карточек. А где же я вам открою-то их? Ага, вот, у нас есть бесплатно, друзья мои. Доллары, ДНК, доллары и Диплокаулус. Слушай, а такого у нас не было, да? Плюс очки доверия. Слушай, можно еще гнать за рекламу. Ну-ка, откроем. Доллары, еда, ДНК и еда. Для меня почему-то сейчас в приоритете именно хавчик. Очень много он тратится у нас именно для прокачки динозавров. Так, еда, опыт. Значит, нам нужно принять с тобой поединок в любом PvP-сражении. Я, кстати, вижу, что у нас тут есть... Вот. Давай-ка здесь вот посмотрим. Вызов. Угу, вызов. Так, я могу, наверное, ребята, вот этого покормить до 30 уровня. Давай, наверное, так и сделаем. Че он у нас? Не 2, не 1,5. Где-то в 27 уровне завис. Ты? Ты. Давай, раз, два, три. Кто-то мне писал в комментариях, что 40 уровень здесь максимальный. Серьезно? 40 уровень здесь это максимальный? Я, конечно, не продавал. Слушай, а что тут с гибрид у нас? Колобринкс, уровень 40. У вас пока нету. Лимносцелис, уровень 40. Не готов. Высший уровень 30. Откройте гибрид. Ага. На рынке, соединив двух динозавров. Но этих динозавров у меня нет, поэтому никакого гибрида я пока сделать не могу. Так, а вот это вот, наверное, мы прокачаем с тобой. А улучшение, блин, 15 уровень нужен. Так, на рынке нам что-то, друзья мои, готовы дать. Я не знаю что. Так, а здесь-то у нас битву с двумя хищниками в команде. Вот, кстати, это нужно будет сегодня завершить. Так, территорию расширить, 175 долларов. Мы готовы отстегнуть, друзья мои, 145 долларов или нет? Я лично пока не готов. 25 уровень хочется получить. Вот это да, вот здесь я... Не поспорю. Что-то тут моргает. Ага, вывести. Так, ладно, пускай выводится. Что еще у нас на рынке есть? Вкусного, интересного оланка. Ну все, вроде бы. Здесь больше ничего нету. Так, ну что, я погнал. Ух ты. Махонькие ужасики. Такое милое название. Маленькие ужасики. Так, ну что, я беру этого. Так, я возьму майонгозавра и, наверное, возьмем с тобой трицератопса. Ну что, стартуем. Посмотрим, кто нам с тобой тут выпадет. Какой противничек. Долго ждем, ребят. Ой, Энтони. Слушай, я думаю, мы справимся с этим Энтони. Во-первых, у него слабенькие динозаврики, как ты видишь. Так, 21 к урону, да? Поехали.
Вот они всегда, ребята, берут бонус. Всегда. Он меня еще ударит, наверное, скорее всего. Да? Не побрезгуешь? Он сменяет. Опа-на. Он взял летающего. Против летающих кто хорош? По-моему, травоядный, да? Еще и удар. Так, друзья мои. Мой ход. Во-первых, сменяем. Это раз. Так, ну что, он сделал удар. Давай тогда мы с тобой сделаем вот так и вот так. Без защиты. Окей. Ход противника. Что, у него два хищника, ребята. Он сменяет динозавра. О-оу. Так. Ну что же. Мы с тобой берем бонус. Я думаю, что мы сделаем с тобой две атаки. Нет. Нам надо сменить. У него хищник. А против хищников у нас вот этот вот братюня, по-моему, должен заходить. Только шорох. А почему я не могу сменить? А почему я не смог сменить, друзья мои? Что за фигня? Жестко, конечно. Так, ну что, этот гибрид тут у нас прилетел. Сейчас он меня, скорее всего, ушатает, ребят. Ему достаточно сделать сколько там по атаке? Три атаки в лицо. Он сменяет динозавра. Но здесь еще меньше. Все, крышка там. Потратил он две атаки, да? Значит, у него остается две. У него остается две. Что мы можем с тобой сделать? Ну, во-первых, наверное, пробить. Вот так. И поставить защиту. Готов. Следующий, пожалуйста, к барьеру. Так. Коллаборинг. У него такой вот динозавр. По-моему, он меня здесь ушатает. Да, ребята. Но смотри, в чем прикол. Сейчас я его просто забомблю. Потому что он даже защиту не успеет поставить, ребят. Вот и все. То есть победа за нами. Да-да-да-да-да. Такой мощный. Мощный динозаврик, и у нас все очень даже хорошо получилось. Так, нам нужно было победить в любой, да, PvP-схватке. Мы это с тобой сделали, плюс забираем здесь приз новичка. Второй раз мы с тобой будем крутить уже за рекламу. 375 еды. Мало. Так, ну давай крутить еще разок. Крутим рулетку и смотрим. Я хочу, конечно, чтобы мне выпал вот этот вот пак загадочный, но не судьба, только лишь монетки пока. Здесь закрываем и забираем с тобой награды. Так, а что здесь за VIP-набор? Улучшить. Давай посмотрим, ребят, что это за фигня такая у нас. Тираннозавр, шанс 1% всего лишь. Возможный контент. И что я должен сделать? Я ни шиша не понял. Если я выбираю улучшить, и как, что я должен взять? Не пойму. Возможный контент. А как этим воспользоваться? Ты вот объясни мне. Никак, наверное. Ладно, давай. Погоди. Улучшить, открыть. Ну, здесь мы только можем, ребята, открыть. Улучшить у нас, естественно, не получится. 95 очков доверия. Так, арена водная. Достигните 25-го и сразитесь с другими игроками за наборы с водоплавающими. Ну, 25-й уровень нам еще далеко, как до Китая раком. У нас всего лишь 10-й левел. Но стремиться есть к чему. Так, что у нас тут? Заберем. Значит, нам нужно было с тобой сыграть на арене с двумя хищниками одновременно. С двумя. Давай смотреть. Так, схватки. Здесь у нас, так, это вступить, меню схваток, события только для VIP. Конечно, друзья мои, хочется пойти на VIP, но не получится. Так, здесь мы сделаем откат. Так, Гуань Луна нужно прокачать, мне кажется, чтобы он был хотя бы, ну, 20 уровнем, да, и после этого уже мы можем с тобой пойти и брать его. Ага. На рынок, а что на рынке-то у нас? Где он? Гуань Лун, вот он.
Так, активировать. Ну давай закончим за 12 долларов, заберем. Естественно, вдвоем они у нас прокачаются. Давай ты не хрякай там. Вот этого, короче, прокачиваем до 10 уровня. Теперь начинаем эволюцию за 40 ДНК. Надеюсь, успеет. Как всегда, нехватка, да? Как всегда, эволюция не завершена. Не хватило нам, понимаешь, ли чуть-чуть. Ну давай, 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 дожимай. Вот так вот. Ну что же, теперь объединяем их обоих. Этого и того. А, их нужно до 20-ки вначале прокачать. А с едой-то у нас проблемы. Хотя хватило. Все, ребят, начинаем эволюцию. Старт. Что там опять у нас не хватает чего-то? Вот так вот, совсем другое дело. Забираем результат. Поместить. Все. Так, и мы с собой берем здесь за эволюцию. Ну да, действительно, по-моему, ребят, 40 уровень здесь действительно последний. А что за гибрид у него тут есть? Ух ты. Метриолонг. Ну для этого нужен нам Метриоринг 40 уровня. Не все так просто, да? Но зато теперь я могу действительно, друзья мои, пойти на поединки с двумя динозаврами. Именно хищниками. Раз, два. Возьмем, наверное, Аланку, скорее всего. Давай возьмем Аланку, поехали. Ищем. Ищем соперника. Так, ребята, у него три хищника, но по уровню очень-очень слабые. Я думаю, что никаких вообще у нас не возникнет проблем здесь с ними справиться. Верно? Так, берем бонус. Так, он себе тоже взял бонус. Он еще ударит меня, естественно. Нет, видимо, защиту поставил, да? Он поставил защиту. Так, ну что, мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Угу. Я же говорил, что он защиту сделает, ребят. Тоже пошел прокачивать бонус. Что он будет делать? Ох, ёк-макарёк. Так, две он потратил, да? Соответственно, у него... Ну что, расписываем, скорее всего, его. Нам нужно три атаки сделать. И, наверное, я сделаю две брони. Поехали. Иди отсюда. Во-во-во-во. Аллозавр. Что ты будешь делать? Атаковать, скорее всего, да? 36 к атаке у него идет. Ну, он здоровый, блин. Смотри. Ну, что ты там топчешься? Топчется. Интересно. Он, скорее всего, взял в защиту все, да, поставил? Ну, давай я сделаю так же. Поставлю, ребят, защиту. Так, у него была защита. О, тут мы немножечко лопухнулись. Сейчас пропишет мне, поверь. Наверное, где-то 4 атаки возьмет. 6 даже. Он все слил. Это его большущая, ребят, беда. Потому что, ну, ясен перец. Я его сейчас накажу по полной программе. Раз, два, три. Три удара мне будет достаточно. Плюс поставим с тобой две защиты. Наказывай. Пошел отсюда. Так, а тут у нас выйдет сейчас 32 к атаке. Ему нужно мне нанести, ну, 3 атаки. Он не сможет, ребят, пробить меня. Не получится. Но, наверное, в бонус еще влился. Ха. Так, одну атаку он сделал, да? Так, ребят, ну теперь мне уже терять нечего, поэтому я полностью все в атаку. Вот и все. Ну что, я выиграл, да? Двумя хищниками на арене. Поэтому мне должны дать засчитать это задание. Сейчас проверим. Если они не засчитают, то фиг знает, что не так я опять сделал. Приз новичка. Ну-ка, что нам здесь? Опять 450 монет. Это мало, это крохи, друзья.
Ну-ка еще разок крутанем с тобой. Давай что-нибудь путевое, путевое. Нет, опять монетки мне дают. Понятно. Задание выполнено вот так-то. Это уже совсем другое дело. Клэр, журналистка, закончила свою статью. Она явно уверена в том, что мы хорошо выполняем свою работу. Что ж, стоит передать ей, что она может остаться и полюбоваться парком еще какое-то время. Мы покроем все ее расходы. Эпизод 5. Есть планы на вечер? Так, изменения к лучшему. Потратьте 12 тысяч монет. Ну, это самое простое задание, ребята. Это мы с тобой умеем делать. Как глава отдела безопасности, я знаю, что делать в опасных ситуациях. Купите и разместите одно здание. Тоже, ребята, проще простого. Давай посмотрим, что у нас вообще за здание есть. Кофейня. Разместить. Кольцевой картодром. А почему он у меня, ребята, до этого не стоял? Скажи-ка мне на милость. Это чисто украшение получается, да? И никаких бонусов он мне не дает. Ладно, поставим вот здесь, к примеру. Он еще будет 3 часа строиться. Вот оно что. А мне нужно, ребята, чтобы... Так, поздравление, это понятно. Так, потратить 12 тысяч монет. Купите и разместите. Подожди, ну я могу, например, взять офис службы безопасности. Кто-то, кстати, мне сказал, Рэй, поставь побольше вот этих офисов, чтобы тебе шло побольше денег. Побольше денег. Ладно, поставим здесь. Бесплатно можно завершить, да ведь? Да, задание выполнено. Забираем с тобой награду. И мы получаем с тобой новый 11 уровень. Энергогенератор, территория и уровень схватки 11 нам теперь доступен. Трицератопс, ну он у нас есть. Так, очки доверия. Мы только 1000 скоро с тобой наберем. Предложение, новый уровень, поддержка в приключении. 500 рублей потрать и будь тебе счастье. Нет, спасибо огромное, перебьемся. Тропиогнат обладает невероятной маневренностью. Он наверняка впечатлит посетителей. Покормите птерозавра 4 раза. А у меня он есть? Есть. Его нужно, да? Так, погоди-ка. Покормить. Задание выполнено. Вот это я понимаю. Начать эволюцию. Стартуем. Бесплатно. Результат. Не заставил тебя долго ждать. Тропиогнат, ребята, естественно. Он у нас усиливается. Задание выполнено. И мы забираем с тобой награды. Так, а здесь еще, по-моему, да, за эволюцию можно забрать. Так, что здесь? Потратить 12 тысяч монет. Так, что мы с тобой можем сделать? Ну, так, 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 секундочку. Электрогенератор мы можем с тобой потратить. Пускай, наверное, он ничего не дает, да, опять же? Просто как украшение. Ну, вот пускай там и стоит. Задание мы с тобой выполнили. Потратьте 5000 монет на боевые события, покупки на рынке или производство еды. Улучшить свою статую, значок, получив хотя бы один значок. Что это такое? Оу. Первые животные забираем. Мои значки, что это такое вообще, ребят? Поздравляем, вы получили новую модель и цвет голограммы. Что это такое? Ну давай вот сюда, наверное, поставим. Это все у нас строится, да? Рынок. Так, подожди, поздравляем. Ну это понятно все. Так, улучшите свою статую. Вот это я не понял. Какую статую я должен улучшить? Свою статую, значок. Ты хоть что-нибудь понял? Какую статую улучшить, значок? Так, этого мы выведем, активируем. Скрыть бесплатно. Забрать. Да ладно, ладно, мы это уже видели. Поместить, пускай он там сидит спокойно к себе. Так, а мы можем с тобой расширить территорию? Можем. За 23
2000. Я, пожалуй, соглашусь. Ага, вот это надо было сделать. Это улучшите статую значок, блин. Офигеть. Примите участие в бою с одним птерозавром в команде. С одним птерозавром. Тут еще какое-то столкновение. Что же за столкновение, я не могу понять. Соперник, выбери команду. Так, тут у нас... Ну, полюбасику нужен хищник. Полюбасику нужен... Аланочку возьмем. Так, и против... Ага, хищник. Летающий есть. Хищник летающий и... И что? А, и водяной. Этого давай с тобой заберем. Так, а хищника мы, наверное, вот этого возьмем. Че, поехали, друзья мои? Попробуем навалять им звездюлей. Как думаешь, получится? Гуань Лун. Так, естественно, он еще и ударит меня, так ведь? Он сменяет динозавра. Опа! И удар, естественно, произойдет сейчас. Хотя, не факт. Так, мы с тобой меняем тоже, ребят, на Аланку. Шикарненько. Так, я, наверное, сделаю ее следующим образом. Бонус плюс защита. Он тоже поставил на защиту. Он будет, интересно, меня сейчас атаковать или нет? Атакует. Ладно, допустим. Так, он один удар нанес, да? Значит, у него... А все, ему крышечка. Давай вот так вот сделаем. Окей. Кто там у него следующий сейчас выйдет? Опять Гуанлу. Оу, щет. А, не завалил. Парень, а ты в курсе, что тебе все? Тебе кранты. А, так, раз, два, три. И две в защиту. Погнали. На-ка. Так, а это что за шитик? Ого! 83 к атаке. Опасный типок. Ладно, блин, пробьет все-таки. Но зато, ребята, ему крышка. Так, он у нас травоядный, да? Как раз хищнец у меня. Да-да-да-да-да. Ну что, пробиваем его, друзья. Тотальное уничтожение, так что... Победа здесь за нами, сам понимаешь. Гуань Лун победил. Он очень довольный. Так, а для чего мы это сделали? У нас что-то по заданию там было, да, по-моему? Отчет о схватке. 10 ДНК. Как, блин, много-то, а? А, это мы с тобой столкновение делаем и получим... Вот, у нас награда здесь какая-то будет. Ага. Так, ну что, давай возьмем так, так и вот так. Тут можно бесплатно откатик сделать. Два травоядных. Слушай, блин, против хищников два травоядных, ну, совсем не в тему. Так, у него еще и этот плюс. Так, этого мы, наверное, уберем. Поставим Аланочку здесь. Поехали. То есть нам нужно с тобой сделать три схватки. Если побеждаем, мы получим с тобой награду. Юторраптор. Что еще за ютор... Эй-эй-эй-эй-эй-эй, это мясо. Ребята, это мясо, поэтому берем с вами Аланку. Так, ну что? Естественно, он берет бонус. Так, мы с тобой возьмем бонус плюс защиту. Опа, он две защиты поставил, отлично. Так, значит, мы с тобой... Сейчас у нас срабатывает бонус. Так, он взял там две защиты, брал, да? Значит, у него... А у него ничего нету. Мы его сейчас спокойненько... Раз, два, три и в защиту. В плане. Я лопухнулся, да, где-то? Я, друзья мои, лопухнулся. Надеюсь, он... Так, мы выжили. Чудом каким-то, но выжили. Короче, ребята, надо ему сделать... Раз, два...
Вот таким образом. Ну, ему крышка тут, понятное дело. А вот кто следующий у него выйдет? Твою налево. Что он сейчас пропишет мне? Ну, конечно же. Конечно же пропишет. Он три атаки нанес, да? Один у него в закромах остается. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди. Давай-ка я вот этого возьму. Вот так вот. Значит, нам нужно с тобой нанести ему раз, два, три. Блин, четыре, что ли, получается? Четыре атаки. Да, ребят, четыре атаки. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас пропишет мне. Да, конечно, с бонусом еще. В плане, он ничего не стал делать. Почему? Так, меняем. И все в атаку. Слушай, если он сейчас все это взял в защиту, ребят, нам... Пять защиты взял, прикинь? Нифига. Вот этот чувак подсуетился. Пять в защиту, естественно, уничтожает. Ну а теперь что, ребят? Теперь все в атаку. Все в атаку и, по идее, должны его ушатать. Нет, не ушатаем, ребята. Потому что он сам по себе крепкий. А вот что сейчас он сделает мне? Хе-хе-хе. Ушатает, ребят. Да, а знаешь почему? Потому что я пожадничал в свое время сделать откат на нормального динозавра. Взял какого-то лопуха с собой. Так, и получается, что мне... А, я могу дальше играть. Так, ну что, придется тогда делать, друзья мои, вот такие вот фишки. Естественно, откаты делать. Так, против водяного летающий зайдет. Ну что, я готов? Так, подожди, раз, два, три. Нет, я должен их наказать. В любом случае. Просто обязан. Так, ну здесь понятное дело. Он поменяет сейчас, ребята. Он этого поменяет, ханурика, извини меня. Так, с таким минимальным уроном. Естественно, сразу же хоп, на подмену. Так, водяное. Против водяного у нас кто хорошо действует? Аланочка, да? Да, 57 к атаке. Давай вот так вот сделаем, посмотрю. Так, он взял защиту. Меняет. Ты достал уже, а? У нас защита. Плюс бонус. Так, меняем тоже. Думаю, ты один такой деловой, что ли? Вот так вот я сделаю. Он не стал бонусом, он будет менять. Так, вот мне интересно, что он сейчас, ребята, будет здесь делать. Мы можем, в принципе, его пробить, скорее всего. Но я сменю на Аланку. И попробуем теперь сделать так. Раз, два. Раз, два. Давай сделаем, наверное, вот так. И вот так. Угу. Два блока у него было. Это не есть гуд. Опять меняй. Да ты запарил уже менять-то. У нас тоже две защиты. Так, ну что? Меняем. Так, он две атаки нанес. Соответственно, мы, наверное, две защиты влепил себе. Но это не точно. Я думаю, что этого будет более чем достаточно. Поехали. Нет, не более чем достаточно. Менять будет динозавр. Оу, щет, ребят. А вот теперь тебе крышка, парень. Вот это ты зря сделал. Раз, два. Вот так вот. Все, ушатываем его, короче. Угу, прекрасно. Так. Кулазух появился у нас здесь.
Не пробьешь, гаденыш, не пробьешь. А вот мы, вот, ребята, можем его, в принципе, наказать. Если все сделаем в атаку. Бомбим. Укатился. Так, и остается у него один хищник. Саракончик. То есть ему достаточно две атаки попасть по мне. Три атаки, ребята, и как раз он убивает. А ты посмотри. Все, пора его добивать. Он три удара, ребят, потратил. А мы с тобой вот так вот делаем. Ну и, в принципе, мы должны его победить. Наконец-то. Так, ну что, победа за нами. Гуаньлун, как говорится, помог, не подвел меня. Так, получаем с тобой 10 ДНК. И нам нужно еще с тобой, да, сделать поединок, столкновение. Поехали. Поехали, так, что у них тут? Опять же хищники, ребят. Берем. Берем, так, и травоядных. Против травоядных, естественно, пойдет у меня Аланка в бой. Если побеждаем, мы с тобой получаем этот пак. А что в этом паке будет, я уже не знаю, ребят. Ага. Ну что, я, наверное, беру бонус. Он будет менять, поверь мне, он будет менять динозавра. Только вот на кого? На летуна, что ли, своего? Ох, две атаки, ничего себе. Осмелился, вот это ты зря, парень. Вот это ты сделал сейчас зря. Раз, два. И защиту. Ну все, ему кранты здесь. Пшел отсюда. Кого он сейчас возьмет? Ага. Пеликанимим. Фига себе. Так, мы выживем, выживем. Так, он одну атаку, да, сделал? Так, слушай, а если я возьму хищника и пропишу ему две атаки? Раз, два. Убить не убью, но покалечу. Почему убил-то, я не пойму. Должно быть 130 с лишним, а у него... Как это работает, не понимаю, ребят. Че он дергается? Ой. Ой-ой-ой. Ну все, ребята. Уничтожаем. Тотально причем. Пошел отсюда прочь. Тебе это не поможет. Вот так вот. Такой сородич крокодила. А наш сородич какого-то ящера. Ну что, я обещал тебе пройти. Я прошел, теперь мы должны забрать, в принципе, с тобой этот пак. Бронзовые награды. Деньги, еда. Так, кратер славы и... Кулазу? Он же у нас есть, ребят, этот... О, 130 очков доверий. Кулазух у меня есть. Так, а событий больше нету. Погоди, погоди, что там было? Только для обычной X2. Еще какое-то выживание здесь. Ха. Погоди, я могу вот сюда пойти, что ли? Бонитозаура. Ютараптор. Откуда вы таких набрали-то, а? Блин, вот доллары, ребята, вы мне сказали, береги баксы, не трать их просто так. Ребят, ну а как я буду, блин, драться? Это мне приходится тогда просто-напросто выжидать время. Знаешь, выжидать время, и оно очень долго идет. Ого, ого. Так, ребят, пошел и кормить своих динозавров. Надо их, я не знаю, как-то делать посильнее. Так, задание выполнено. Ага, забираем. Блестящие результаты. Это еще кто такой? Для стабильного развития парка нам нужно, чтобы поставки еды росли с той же скоростью, что и наши динозавры. Согласен. Так, забираем все это дело. А место просто волшебное. Здесь даже про этого грубого охранника можно забыть. Эпизод 6. Сильные миры с его. Да ладно, 12 уровень. Ух, территорию можем расширить. И хищные растения, друзья мои. Плюс загадочный пак. Лучше бы, конечно, мне бы давали доллары. Ну и это тоже сгодится. Да что же вы все сюда-то мне скидываете? Так, горячие скидки только для VIP.
Только для VIP, ребята. Вот так и хотят, чтобы я вбабахал сюда пару копеек. Как там звали этого охранника? Этот начальник службы безопасности Хоскинс. Кто тут готов к реваншу? Победите в схватке уровня 10, соберите доход с динозавра с бонусом в 3% или выше. Или выше. Так, зайдем-ка с тобой на рынок. Вывести. Ну давай, активируем. Забрать. Диплокаулус. Поместить. О, вот сюда мы его можем, ребят, поставить. Диплокаулус, да? Только для VIP. Ребят, блин, погляди вокруг. Все эти динозавры родились на острове Нублар. У них появились врожденные инстинкты, как у их предков миллионы лет назад. Ага, все выполнено уже сразу же. Забираем награды. Для начала экспериментов мне нужны подходящие объекты исследований. Выбор за вами. Повысить уровень двух разных динозавров. Проще простого. Так, ну здесь понятно, мы с тобой сделаем вот так вот. Забираем первоначальную саму эволюцию. Так, и этого можно тоже покормить. Все, да? Задание выполнено. Прекрасный выбор. Мой бывший работодатель Джон Хэммон тоже предпочитал некоторые виды другим. И не нарушайте правила безопасности. Если потеряете руку или ногу, я за это не отвечаю. Заселите только что вылупившегося хищника. Так, ну у нас... Искать, а где я его найду? Искать. Тут какие-то... Можно получить на выживание. Команда нет нокаута. Цинковые награды. И дружь земли. Битва. Сразитесь за главный приз. О, тут схватки, ребята. Главные награды лиги. У-ху-ху-ху. Куда мне сюда, блин, лезть только, а? Со своими вшивенькими динозаврами, которые даже еще и не прокачаны, ко всему прочему. Хе-хе-хе. Что там? Так, значит, нам победить схватки нужно 10 уровня. И вот это вот вылупившегося хищника. Ладно, пускай будет у нас майюнгозавр, да? Забрать. Сразу мы его с тобой помещаем, типа, да? Задание выполнено. Окей. Слушай, у нас их тут дофигища, может быть, пора хоть кого-нибудь покормить. Так, давай здесь вот. Стартуем на эволюцию. Ускорить бесплатно. Забираем. Так, и мы можем с тобой что сделать? По-моему, еще там эволю... Погоди секунду. Этого скрестить с этим или как? Подожди-ка. Вот этого... Да-да-да, сейчас мы с тобой попробуем. Ать, замечательно. Ох ты, какой он стал, ребята. Симпатяшкой. Так, эволюция. Это только третья. А нам нужно сделать 4. То есть ты понимаешь, сколько нам нужно с тобой здесь еще этих ху-ху-ху. Ускорить бесплатно. Так, поместить. Это получается, что вот этого я должен прокачать. Соединить. И так два раза еще, да, получается. Получается два раза. Еще нужно вот таких вот. Да. Слушай, недешево это все, конечно, ребят, недешево. Особенно в плане жрачки, еще раз повторяю. Если финансы есть, то вот еды, к сожалению, нету. Видишь, начать эволюцию, нам нужен еще один.
Или же вот этого. Подожди, этого прокачать смысл? С едой все равно, ребят, проблемы. Так, на рынке что-то светится. А что у нас тут есть? Так, тропиогнат, это все понятно. Так тут ничего нету. Ага, вот что у нас. Из новенького. Это тропические цветы. Ага, кратер славы. Слушай, неплохой бонус. Вот сюда, если мы с тобой поставим, да? Вот и отличненько. Кратер славы. Так, значит, нам нужно победить в схватке 10 уровня. Так, что у них там? Блин, 31 уровня. Это надо будет какого-то хищника брать. Вот его нужно прокачивать. Ага, секундочку. А мы можем ему уровень повысить? У нас хватит для этого? Угу, хватит у нас для этого. Ты посмотри, сколько там, ребята, стоит. По 4000 с лишним за одну только кормежку. Продать. Эти нельзя, да, ребята, здание улучшить, я так понимаю. 5300, ну, 5300 в год или 600 рублей в месяц. Вдвое больше очков доверия, больше особых сделок. Карточные VIP-наборы, больше способов получить супер ДНК. Хочу, ребята, хочу. Хочу себе супер подписку. Эх. Да. Много хочешь, да мало получишь. Так, ну что, у нас там 13 уровень практически, ребята, корячится. И я, наверное, все-таки пойду в схватки. Так, события. Вот здесь у нас есть какая-то еще битва. А, это дрожь земли. А тут чисто монеты, могучие деньги. Только для обычных. То есть обычные динозавры, да, здесь могут принять участие. А давай. Так, возьмем с тобой вот этого ламку. Плюс придется вот так вот сделать. Раз. Ну и возьмем хищника. Они тут вдвоем. А, 2 на 2, все, я понял. Могучие деньги. Сколько там денег одно дадут? Опять свои крошки, наверное. Так, ну что, естественно, ребят, сразу же делаем вот так вот. Ну, что ты там? Ой, как так-то? Все, парень, ты напросился. Так, меняем, ребят, меняем. Сколько нужно две атаки сделать? Поехали. Ну, ему крышка, естественно. Бумс. Так, он призовет вот этого. Ух, какой он, смотри. 28, да ну, сосунок. Ничего нам не сделает. Я живучий, как слон. А вот ему сейчас будет очень плохо. Иди отсюда. Чем больше шкаф, тем, как говорится, громче падает. Мы вот по такому с тобой принципу пойдем. Так, ну что, я первую битву сделал. Что мне за это полагается? А ДНК, да? Спасибо большое. А, тут нужно две битвы выиграть. Все, я понял. Две битвы. Так, Гуань-Лунь. Берем. Так, здесь, наверное, возьмем вот так. И все. Стартуем. Соответственно, чем больше динозавров у нас прокачанных и мощных, тем больше битв мы можем с тобой себе позволить. О, смотри-ка, что у нас тут прекрасного и хорошего. Но я, ребята, сделаю вот так вот. Он будет менять. Будешь же менять. Он на своего Гуань-Луна. Естественно. У него остается один удар. И он проводит битву. Так, ребят, ну у нас с тобой бонус. Так, я могу себе позволить две атаки. Давай три. Да, три атаки сделаем, мы его ушатаем, естественно. А с этим травоядным, я думаю, на изи разберемся. Он, тем более, атаку-то нам тут... Даже если он сделает тут четыре атаки, даже не пробьет у нас. Понимаешь, не пробьет. А мы сделаем с тобой вот так, так и еще бонус. И смотрим, что он будет делать. О, атака-то опасна.
Нет, не пробьешь. А теперь лови ответочку, бро. По максималочке. Думаешь, я буду шутить, что ли, с тобой тут? На 608, ребят. 608. Конечно же, победа. И мы заслужили с тобой пак. Как ни крути. Ну-ка. Воу. Ну ничего себе. Вот так бы с едой бы, да? 130 очков доверий. Так, у нас еще, друзья мои, схватка, блин. Уровня 10. Но опять же нужно ждать, когда они откатятся. По 20, по 30 минут. Это, конечно, очень долго. Доллары тратить, ну не хочу, ребят, пока. А победить нужно. В любом случае, нужно. Так, ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, именно на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.